В начале 1930-х годов семья Фоменко навсегда оставила родные края и после долгих скитаний поселилась в Австралии. Единственному сыну супругов место в чуждом для него социуме не нашлось, и он ушел в джунгли, как позже выяснилось, навсегда. Австралийцы стали называть Михаила русским тарзаном, хотя, наверное, более подходящее его было называть лешей. Михаил родился в благополучной семье. Его мать Елизавета Мочебели была грузинской княжной, а отец Даниил Фоменко – потомственным казаком. Чита Фоменко бежала из Грузии не сразу после революции, а только в начале 1930-х годов, когда глава семейства понял, что оставаться в новой стране для них стало небезопасно. К тому же, по словам одной из сестер Михаила, отправиться на чужбину их вынудил голод. Однажды, когда сын упал в голодный обморок, Фоменко старший понял, что пора уезжать. Поначалу супруги Фоменко вместе с детьми отправились в Китай, а оттуда перебрались в Японию, где также долго не пробыли. После начала японо-китайской войны Фоменко бежали в Австралию. Там они и осели окончательно. Несмотря на юный возраст Михаила, он родился в 1930 году. Ему с трудом давался чужой язык. Он никак не мог вписаться в чуждое для него окружение. И чувствовал себя чрезвычайно одиноким, в отличие от своих сестер. Тем не менее, в школьные годы Фоменко-младший всерьез увлекся спортом, причем так преуспел в этом, что в 1956 году его даже хотели отправить на Олимпиаду в составе команды по десятиборью. Но Михаил от участия в играх отказался. Окончив школу, молодой человек стал работать сборщиком сахарного тростника в Квинсленде. Именно там он и осознал, что хочет остаться среди девственной природы навсегда. В конце 50-х Михаил ушел жить к аборигенам. Однажды он в одиночку преодолел 600 километров по воде на собственноручно выдолбленной лодке. Изможденного и едва живого русского Тарзана нашли и срочно госпитализировали. Но оправившись, Михаил снова вернулся в уже родные для него джунгли. Конечно, далеко не все были в восторге от образа жизни Фоменко. Как-то раз Михаила поймали и арестовали стражи порядка, обвинив его в бродяжничестве и аморальном поведении. Иногда он выходил к людям с обнаженным торсом. У Тарзана заподозрили психическое заболевание и отправили в лечебницу. Там ему пришлось перенести немало неприятных процедур, в том числе и электрошоковую терапию. Тем не менее, сразу после выписки Михаил Фоменко снова ушел в лес. Очевидцы рассказывали, что русский Тарзан мог легко одолеть крокодила, дикого кабана или даже акулу голыми руками. Конечно, Михаил убивал животных не ради забавы, а ради пищи. Иногда он выходил к людям, получить социальное пособие или прикупить кое-что из провианта. Навещал он и своих сестер и присутствовал на похоронах матери. Однако за 50 с лишним лет Фоменко никогда надолго джунгли не покидал. Только в 2012 году, когда возраст и болезни уже больше не позволяли Фоменко охотиться, его определили в дом престарелых. Но в цивилизованной среде он не задержался. 21 августа 2018 года в возрасте 88 лет русский Тарзан скончался. Через несколько месяцев после того, как 30-летний Михаил Фоменко обосновался в джунглях, он написал «Я отрекся от того, что вы называете цивилизацией. Я хочу жить так, как я живу сейчас, иначе я буду жив только наполовину.